Здравствуйте, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Наконец-то сбылась мечта миллионов. Возвращается игра Red Dead Redemption 2 после 2 месяцев или 3 даже. Короче, я на нее на некоторое время забил. Пытался записать один раз вторую серию, остановился на миссии на одной и... И там, короче, была стрельба, в которой я постоянно умирал. И, короче, забил. После того, как случайно нажал на кнопку «Отменить задание». Игра показалась не скучноватой, я что-то забил на ней. Потом посмотрел видео прохождение и что-то стало интересно. Решил вернуться к игре. Захожу в Rockstar Games Launcher, аккаунт опять недоступен. Пришлось восстанавливать, понадобилось много времени, чтобы восстановить аккаунт. И мы снова возвращаемся к игре. Я пытался записать вторую серию, поэтому я прошел миссию там, начало исхода. Конечно же, это все сохранилось. Ничего по-другому я сделать не мог, поэтому мы запустим эту миссию прямо. Левый. Чего? Shift? Нельзя повторить задание. А, я на задании же, на другом. Сюжет. Так, загрузить. Начало исхода. Так, загрузим. То я, видимо, не могу повторить задание, потому что я начал другое. Придется через это меню запускать следующее задание, потому что, ну блин, я по-другому вообще просто никак не мог. По-другому нельзя. Только новую игру, если начинать. А я новую игру начинать не хочу. Ограбление там на корабле посмотрел. Ну и концовки тоже посмотрел. Но игра очень длинная, еще длиннее, чем GTA San Andreas. Мы будем проходить ее очень долго, может и не один год. Но надеюсь, что... До этого дела, конечно, не дойдет. Повтор задания. Давайте повторим задание. Потому что мы... Я хочу игру по максимуму показать. У нас несколько банов консервов и кролик. А нас сколько? 10-12 человек. Когда я служил на флоте, я не хочу знать, что там было у вас на флоте, мистер Пирсон, блин. Однажды нас носило по морю целых 50 дней, и вы, к огромнейшему сожалению, блин, выжили. Когда мы убегали из Блэкокера, мне не удалось захватить припасы. Когда за тобой гоняются федеральные агенты, придется оказывать от походов за покупками. Отказываться придется. Но мы выживаем, мы всегда выживаем. Если будет совсем туго, мы вас съедим. Вы самый толстый хрен тут. Я послал Ленни с Биллом на охоту. Ленни скорее книжный дебил, а Билл просто дурак. Если эти горы не кишат дурью... Все, хватит, короче. Мы добудем что-нибудь. Пошли, Артур. Погодите минуточку. Вот, возьмите. Если нужно что-то перекусить. Соленые потроха. Уж лучше голодать. Ты не можешь охотиться, у тебя же рука. Да я не могу сидеть здесь. Если в Колымах я дичь найду, а ты убьешь, тебе, Чарльз, отдохнуть бы. Это по-твоему отдых? Пошли, блин. Графика. Вот, держи. Я не могу стрелять, тебе придется. Ты чё шутишь? Если пальнешь, распугаешь всех зверей на много миль вокруг. А учиться никогда не поздно, как я полагаю, блин. Блин, подлагивает. Ну, блин, я ничего по-другому не могу сделать. Какого фига вид от первого лица включен? Не очень. Некоторые задания не очень люблю, потому что надо скакать на конях довольно далеко. Как в этом.
как слезть с лошади? А, он сам слез. Здесь недавно олень был. А ты откуда знаешь это? А как ты не знаешь? Давай дальше пешком. Лук тебе понадобится. На лошади его не оставляй. Револьвером ты просто распугаешь только всех. Ничего не добьешься. Это? Нет, не это. Тогда вот это? Да, вот оно. Нет смысла дальше без лука идти. Давай с луком. Только не шуми. Видишь следы? Вроде бы вижу, а может и нет. Сосредоточься. Нажмите колесо, что ли? А. У меня опять неправильное управление показывает. А, вот теперь правильно показывает. Капс надо нажимать. Прошлый раз показывало неправильно. Эй, я тебе сказал тише. Ладно, ладно, извини. Миссии довольно долгие и, наверное, томительно вам даже смотреть это, ну. Капс включен. Да, и вот он, олень. Я вижу, кажется, его. Стоп. Вот и олени. Доставай лук быстрее. Постарайся попасть в шею или что-то в этом роде. Нет, не попал. Он убежал. Я же прям в него вроде бы целился, нет? Я когда пытался раньше записать эту серию, тоже не получалось никак оленей убить. А, вон еще один олень. Но надо подобраться ближе, потому что иначе я, наверное, не попаду. О, попадание. Надо добыть еще одного. Осторожнее, а то без ужина останемся. А, отлично, я убил его, это круто. Какой там нафиг еще, блин, надо... Где еще олени? Я больше ни одного пока не вижу. Ладно. Ну, Карлиный глаз может попробовать. По-моему, по кругу просто все идет. Глаз отключен. Больше оленей. А, вот добыча. А, он там еще есть добыча. Может быть, мне ее легче даже попасть будет. Ну-ка, может обойти немного. А то боюсь, не попаду еще.
Нет. А, он падает. Молодец. Убери оружие. Давай, давай, бери быстрее его. Как его взять? Как его взять? Надо, наверное, туда подойти, потому что лошадь на той стороне. Лошадь довольно далеко, мне кажется. А, вот она. Давай, моя сладенькая, иди ко мне. Я подошел. А, это не моя лошадь. Да нифига она не слышит. А, нет, слышит, слышит. Вот она. А, этот чувак взял другую. Так, на Е, на Е. Да, текстуры регулярно пропадают, бесит очень. Я готов ехать. Так, я привяжу тайму там. Вот здесь. Мы привезли вам вкусное, ребята. Давайте отнесем оленю. Целая жизнь потребуется, чтобы основы делать. Ух, сложно. Долгая миссия. Очень долго, наконец, какая-то. О, вот это я понимаю. Так, а где бросить-то его надо? А, все. Какой сюрприз. Я застукал на кухне нашу всеми любимую крысу. Разве можно так старого друга поприветствовать? Мне кажется, мы много дней уже. Я изо всех сил от тебя подальше стараться держать. Он просто показывает расположение, как умеет. Все, сгинь давай. Ну ладно, увидимся. Вижу, вы отлично потрудились, ребят. Чарльз просто мастер. Выпейте. Вы это заслужили. Это что такое? Лодский ром, сэр. Только он. Он помогает сохранить рассудок. Мы, похоже, приняли хорошую порцию. Ходи, полежи, Чарльз. Вы поможете мне со свержением, мистер Морган. Вдвоем будет гораздо легче. Вам не надоело шутить, а? От человека обожженной рукой тут мало. Увидимся. Оу, жопа, жопа, жопа. Не так уж и плохо, мистер Морган. Да, вас частенько мясником называют. Вы можете обменять это или продать в любом городе. Если вас, конечно, заинтересует законный заработок. Я хочу просто из этих гор живым выбраться. Или что-то еще. Несите мне.
Конечно. Спасибо, мистер Морган. Первая достойная охота Артура Моргана за столько лет. Мы теперь в бегах. Каждый делает свое дело ради общего выживания. Приготовьте хорошее. Им крепко сдавить за эти дни-то досталось. Так, эта миссия закончилась у нас, да? Ну окей, приступаем к следующей. Миссии здесь все долгие, поэтому, видимо, в каждой серии по две миссии будет. А это нам обойдется в очень много времени. Не знаю, сколько понадобится серий, чтобы пройти всю игру. Больше 100, наверное, серий понадобится. Игра очень длинная, очень длинная. Раза полтора длиннее, чем GTA San Andreas. Да какого черта, а? Опять вид от первого лица включен. И вот следующая миссия как раз таки для меня, наверное, непроходимая будет. Потому что там перестрелка, и я все время умирал на ней. Ладно, я надеюсь, до этого все-таки дело не дойдет. Я присоединился к вам, потому что думал, что вы заварушки тут любите. Посмотрели, что провели пару дней в бегах, блин. А вы сидите, кроме тебя. Мика, заткнулся бы ты, а? Я никогда еще столько кислых рож не видел. Наверное. Наверное, не вспоминаю тех, кто погиб. А когда я погибну, вы за меня не переживайте. Да когда ты погибнешь, мы праздник устроим. Праздник? Не исключаю. Очень смешно, блин, да? Ух ты. Я не хочу, чтобы вы со мной шутили, понятно? А ну перестаньте, сейчас же. Кретины, друг друга калашматите здесь. Коль Одри Скол, вот кому надо рожу, блин, начистить. Просто сидеть и ждать? Когда он сам нас найдет? Нет уж, давайте, у нас полно работы. Ты уверен насчет этого дела, Дач? Конечно. Ребятам крепко досталось. Меньше всего нам бы хотелось угодить в засаду Кольму. Да. Погнали. Кажется, ты во мне сомневаешься. Ты всегда говорил, что месть — это роскошь, которую мы не себе позволить, блин, не можем. Это верное решение, Артур. Вот, возьми. Очень тебе пригодится. Они говорили о поездах, детонаторах. У Кольма всегда хорошие осведомители. Ну уже, погнали. Ты думаешь, сейчас подходящий момент, чтобы ограбить поезд? Может, тебе нравится жизнь на диете из оленей мочи? Кроличного дерьма. Но для такого-то я уже староват. Мистер Мэтьюс, мистер Смит, мистер Пирсон, пожалуйста, присматривайте за хозяйством. Тут ребята Дрисколла шатаются. Лассо. На юго-запад, да, Артур? Да, он сказал идти по главной дороге на юго-запад. Одни разбили лагерь у какого-то там озера, бля. Ладно, когда мы найдем этих козлов и уведем... У них ограбление до того, как они нас найдут. Надеюсь, в этот раз я смогу нормально отстреляться. Прошлую миссию я, наверное, обрежу, потому что она очень долгая. Это что? Следы лошади, и их довольно много. Давайте-ка по ним и пойдем. А здесь только мы и они? Или они там? Вон они, кажется. И... Все хорошо, Дач? Ну да, конечно. Я в последнее время ты что-то не одобряешь, по-моему. Мои идеи — это правильное решение, понятно? Ну да, ты знаешь, я тебя не брошу. Я давно понял, что Кольма Дрискола надо бить первым. Замикаешься тебе,
кого ты любишь, те и погибнут. Ваша с ним вражда. Ей нужно конец положить. Так и будет. Что я могу попросить? Что я могу просить? Что-то могу забыть? Но только... Не то, что он с Аннабель сделал. Ты же убил ее брата, Дач. Да, убил. Надеюсь, скоро эти гады встретятся на том свете. Так все и пройдет, босс. Видишь дым? Давай срежем здесь и осмотримся. Они сказали, что лагерь рядом с озером. А мы как раз таки рядом с озером. Значит, мы почти уже пришли. Блин, этот балбес Мика тоже с нами идет. Ладно, настал момент, господа. Мы ко всему этому готовы. Готовы, Дач? Конечно. Итак, мы с мистером Морганом отправимся на разведку и постараемся выяснить планировку лагеря. Мистер Уильямсон, мистер Белл, займите позицию на окраине. Мистер Самс, мистер Эскуэлла, вы остановитесь здесь. Все, погнали. Мика, не вздумай шутить тут, понятно? Где? А где классное оружие? Я что, не могу достать его, что ли? У меня оно вообще есть? Ну, нет, должно быть. Я, наверное, просто достать не могу его сейчас. О. Вот и они. Точно они. Точно, прям говорю. Коль? Да, кажется, это он. Кем он там говорит? У него какой-то не очень-то радостный вид, блин. Нет. Действительно. Они уходят? Похоже, да. Может, стоит с ними сразу разобраться? Да нет, Колин, подождет. Пусть лучше часть из них отсюда уберется. И ограбить его будет уже не так весело, если он никогда об этом не узнает. Ладно, пойдем навестим наших старых друзей. О, теперь можно наконец-то достать оружие. А, его нельзя менять. Давай, доставай оружие. Не забудь взять с собой винтовку. А, у меня на лошади есть. Винтовка. Давайте-ка возьмем ее. Какая из лошади моей? Грубая размерная. Это? Во! Это нам и нужно. Зайдем с дальней стороны. Пойдем вон там. Как Мика с Беллом. Это месть, это роскошь. Я не был уверен, что ты со мной согласен. Артур, Артур. Ты что-то разуверился во мне совсем. Давай, доставай пушку. Сейчас нам надо добыть припасы, снаряжение. И убраться отсюда поскорее. Включая Кольма, может подождать. Хорошо. Нам и без того хватит этих гадов. Пойдем.
Блин, вообще лагает, вообще лагает. Особенно в деревнях. Ладно, давай ты первый тогда иди. Здесь крутой спуск. Осторожней. Блин, снег так красиво рыхлится. Ни в одной GTA не было такого. Сколько нам еще там идти? Миссии долгие какие-то в этой игре. Вообще. Может, я пойду вперед? Они первым тебя прикончить захотят, наверное. У них ничего не получится. Нет, но если учесть, как нам в последнее время везет. Так, стоп. Давай сначала спустимся. Тихо. Давай мимо них пройдем. А ну-ка, пригнись. Давай за мной. Так, давай спрячемся. Что будем делать, Дач? Я могу разобраться с ними, и как ты там хочешь. Решай. Ты можешь пойти вперед, если ты хочешь, валяй. Какого фига ты вытворяешь такое, а? Ладно, убейте этих козлов. Ха-ха, есть. Ой-ой-ой, почему так лагает? Блин, в меня уже попадают. Спрячемся здесь. Ой, да тут их много, блин. Попадание. Как быстро стрелять от бедра, нажимайте, когда не целитесь. Получи, гад. Там еще есть. Давай еще. Тут гадов еще знаете сколько. Но лаги, конечно, портит все. Где еще? Я на мини-карте не вижу. Я на мини-карте вижу, что есть угроза, но самих врагов не вижу. Блин. Вот я не знаю, в кого стрелять, потому что мне и не видно даже никого. А
Ага, попался. А, это бочка какая-то стоит. Я думал, это он. А, он прячется за ней. На. А, угроза меняется в связи с того, как я камеру направляю. Понятно. Блин, господи, их там много, походу. Да, я знаю, надо их прикончить, но я их даже не вижу. О, в этот раз что-то получается прям нормально. Да, это враг, это враг. Вылезай немедленно, сейчас мы тебя... Он спрятался. Выстрелы с этой стороны. Кажется, это все. Обыщите трупы и заберите все ценное. А, так зачем я целился туда? Его убили, что ли, уже? Отлично. В этот раз вообще с первого раза получилось, прикиньте. Открытое чудо-зелье. Патроны. Блин, в этот раз вообще с первого раза получилось. Я в прошлый раз вообще несколько раз умирал тут. Сейчас вообще ни разу не умер, прикиньте. Там еще есть. Давай быстрее, быстрее, прячься, прячься, прячься. Надо найти укрытие понадежнее. Где оружие? Давай сюда быстрее. А, можно меткий глаз включить. Прикольно. Ну-ка попробуем. Я никого не вижу, пока надо где-то спрятаться и... А, это ты, Мика, дурацкий. Они за деревьями. Давайте стреляйте в них. Ой, кажется, мне в шляпу попали. Все? Молодцы, ребята, они убегают. Переключаемся.
переключиться на селектор предметов. Или вот это? Нажмите. Господи, что я туплю, блин? Меткого глаза. Использовать его надо. Артур, скорее сюда иди. Как поднять шляпу? Да-да-да, иду. У меня шляпу мне сбили. Давайте хорошенько переворошим тут все. Консервные овощи. Хорошо, пригодится. Жевательный табак, сигареты. Зачем сигарета мне нужна? Сундук. Может, в сундуке что-то полезное? Написано динамит. Что у нас здесь? О, это то, что нам нужно, наверное. На вид хороший. И пахнет как надо. О, блин, какие лаги. Ужас просто. Не знаю, сможем ли мы пройти эту игру. Это все. Это как раз то, что нам нужно. Любопытно. Тут что-то про поезд, который они ограбить собирались. Мистер Левит Кронвелл, значит. Залезайте обратно, поехали дальше. Ладно, все, валим отсюда. Больше нечего здесь делать. Никто из нас не погиб. Это очень круто. Для голодных бродяг это очень крутой результат. Они могут лупицевать нас сколько угодно, сколько им не сломить. Мы всегда удачи не дадим. Вернется в строй Джон, Мак, Чарльз, Шон. И я уверен, я знаю, что они все вернутся. Ты не убил Кольма, но эта заварушка будет хуже пули в голову все равно. Особенно после того, как мы ограбим этот дурацкий поезд. Это мы еще посмотрим, блин. Обязательно. Ты знаешь, сколько он будет мстить? Конечно, как и все остальные. Но мы будем держаться на шаг впереди. Мы всегда должны сзади они до того, как они узнают, где мы. Blackwater мы не были умелыми. И больше в этот раз этого не повторится. Ух, уже кажется ночь наступает. Крутая игра, только лагучая. Давайте поскорее в лагерь вернемся. А нам далеко до лагеря? Ну-ка дайте посмотреть. Кажется, далеко. Ладно, я это тоже, наверное, обрежу. Видишь того парня? Он вроде из лагеря Дрискола. Я им займусь. Ладно, тогда мы возвращаемся. Ты только его не убивай, он может быть полезным. Стой, ты нам нужен. Выносливости у лошади еще предостаточно. Оставьте меня в покое. Нет уж, никогда не оставим мы тебя в покое. Черт. Блин, я не помню, как я это делал. Я вообще тут ни при чем. Да неужели?
Ты со мной пойдешь. Нет, пустите меня. Полезные бабки у тебя тут. Оказывается, надо было на F нажать. Ладно, может это баг какой-то, я не знаю, что. Не надо. Как тебя зовут, чувак? Не знаю. Ты свое имя не знаешь? Киран. А фамилия? Даффи, Киран Даффи. Не буду врать. Сегодня тебе очень повезло, Киран Даффи. Ну, засранец ты мелкий. Сейчас я тебя парням представлю. Не волнуйся, они очень милые. О, ты засранца нашел? Да. Поймал. Очень хорошо. Добро пожаловать, это твой новый дом. Надеюсь, тебе тут понравится. Хочешь, чтобы я ему развязал? Нет, он все равно не скажет ни слова правды. Дядюшка, мистер Уильямсон, свяжите этого засранца понадежнее. Пусть сперва проголодается. У меня есть поговорка, друг. Мы стреляем в тех, кого надо стрелять. А спасаем тех, кого надо спасать. И кормим тех, кого надо кормить. Вот мы и разберемся, что с тобой делать, да. Самому даже не верится. Подручный Дрискола в моем лагере. Я его не подручный, мистер. Я этого гада даже терпеть не могу. Да, как скажешь, сынок. Молодец, Артур. Жаль только, что кальма не прищучена. У нас такая возможность еще будет, не волнуйся. Теперь надо подумать, получится ли у нас ограбить этот поезд. Ладно. Несколько дней спустя. Эти несколько недель были трудными, но Дач не был бы Дачем, если бы не занимался составлением планов. Дач не был бы Дачем, если бы эти планы не включали в себя ограбление мечты. Черт, кто этот Левит Корнуэлл? Я думал, вы отпускаете ему грехи перед смертью, а вы, оказывается, познакомились с его другой страстью. Я бы вас попросил вас высказать мое уважение, мистер Морган. Допросите сколько угодно. Вы. Что? Я перед тобой в долгу. Ты мне заплатишь. Но потом. Сейчас отдыхай пока. Артур? Думаю, нам пора заняться поездом. Ты хочешь, чтобы я с вами пошел? Я, конечно, хочу, но ты посмотри, как выглядишь. Я всегда не был красив. Царапина просто. Лежи спокойно. Здравствуй, Игл. Дач. Джеки. Мачи хотел тебя видеть, Джон. Ну вот и увидел. Вот что от меня осталось. А ты? А я, видимо, надеялся, что увижу покойника. Еще увидишь. Мерзкий ты человек, Джон Марстон. Он идиот, Игбилл, мы это знаем. Итак, поезд. Билл, выдвигайся и установи заряд. У водонапорной башни перед самым тоннелем. Будет сделано. Зачем нам это? Потом налаживайся. Мы вроде бы на дно хотели залечь. Давай! Ты чего от меня добиваешься, а? Я просто не хочу, чтобы кто-то еще был умер, Дач. Ну взгляни на меня, мы живы. Даже ты. Нам нужны деньги, вот и все. Что у нас было, осталось в Блэквокере. Ты туда вернуться хочешь? Конечно нет. Послушай, Дач, я не пытаюсь тебя перечитить. Мне просто кажется, что-то с этого... План был залечь на дно, а мы вдруг решили ограбить поезд.
А какой у нас выбор вообще, а? С Левитом Кромвеллом шутки плохи дать, но... А кто такой Левит Кромвелл? Железнодорожный магнат, торговец сахаром, нефтяник. Я прям рад за него. Ну что ж, тогда от него не убудет. Да, джентльмены, пошла пора показать. Пришла пора показать того, чего мы стоим. Седлайте лошадей, пора ограбить поезд. Все-таки в этой серии придется это сделать. Серия будет долгая, но ничего не поделать. Я там много чего обрежу. Итак, джентльмены, слушайте внимательно. Согласно сведениям, которые нам так любезно предоставили ребята Дрискола, поезд поедет на север из Большой долины. Мы нападем на него после того, как он пересечет границу и так далее. Там на возвышенности, откуда открывается хороший обзор. Чарльз, ты будешь следить, не появится ли подкрепление. Я справлюсь. Хорошо, а я разберусь с машинистом и инженером. Ленни и Хавер, возьмите на себя передние вагоны и разберитесь с охраной. Артур и Мика, вы выдвигаетесь сразу в хвост состава. Частый вагон мистера Кронова. Что? Я с этим психом? О, нет. Если ты будешь держать себя в руках, не беспокойся за меня, Морган. После того, как Билл взорвет пути... Надо будет валить. Всем ясно, что делать? Да, предельно ясно. Тогда погнали, вперед. Лагает. И звук лагает, и картинка лагает. Ой-ой-ой, ужас, как лагает. Наконец-то мы выбрались из этих дурацких сугробов. Приятно, не так ли? Надо заняться этим быстро, прежде чем нас кто-нибудь найдет здесь. Посмотрите на себя. Вот что я называю командой. Мика Белл, Чарльз Смит, Артур Морган, Хавьер Эскуэла. И наш юный Ленни. Всегда был первый в седле. Я просто рад, что мы снова занимаемся делом. Ты готов? Конечно, готов. Просто сохраняй спокойствие, будь начеку и все такое. Это вас всех касается, ошибок быть не должно. Ладно, после того, как мы вернемся в Blackwater за деньгами... Сколько раз ты будешь задавать вопрос, Мика? Один и тот же вопрос, а? Такую кучу денег нельзя оставлять без присмотра. Сейчас вернуться туда было бы безумием. Там наверняка полным-полно проблем. Вернемся тогда, когда надо будет нужным. Все, хватит. Деньги в надежном месте. Просто доверьтесь мне, и все. И если Дрисколы, этот поезд везет пачку железнодорожных облигаций. Большие деньги, надо только придумать, как их обналичить. А теперь заткнись, сосредоточьтесь на деле. Железная дорога уже здесь. Вот и водонапорная башня. Давайте здесь и остановимся. Билл там? Да. Может, проведаешь его? Посмотришь, как у него дела? Окей. Блин, капец как лагает. Ужасно лагает.
это катастрофично для меня. Как успехи? Да. Да все нормально. Ты уверен? Конечно. Может помочь чем? Ну давай. Иди туда, установи детонатор у тех камней. Ладно. Теперь размотай провод и подсоедини его к детонатору. Прикрепите провод к детонатору. А, мы взорвем дорогу, получается. Вот так. Все хорошо. Этого должно хватить. Возвращайся к ребятам, а дальше я сам справлюсь. Выносливость увеличена. Прикольно. Ну, наконец-то. Я уже сгораю от нетерпения. Будьте наготове и действуйте строго по плану. О, выносливость заканчивается. Ошибок не должно быть. Все понимают. У нас все в порядке? Думаю, да. Поезд будет с минуты на минуту. Закройте лица. О, ужас, как лагает. Ужас просто как лагает. Пора, джентльмены. Удачи вам всем. Вы все знаете, что делать. Ну что же, пора. Ну что такое, а? Это шутка или что? Ты где его откопал? Моя вина. Ты просто жалок. Да, ужасно лагает. Все. Я даже не уверен, что мы сможем игру до конца пройти, потому что это просто отвратительно. Подтяни меня. Я соскальзываю. Держи. Только не ори. Ну вот, живой. Теперь давайте притормозим эту ерунду. Где Хавьер? Он упал, его ребята его подберут. Надо добраться до переднего вагона. На, давайте, надо этот поезд остановить. Там один охранник, надо разобраться с ним. Ох, ё-моё. Ого, неплохо так выстрелили. Ну что там, пойдем. Всегда надо быть начеку. Охранники могут быть. Ой, не на ту кнопку нажимаю. А, ой, здоровья-то мало уже.
Ой. Надо торопиться, поезд нужно остановить. Может, из этого выстрелить лучше? Как ты там? Я в порядке. Нам нужно идти. Надо торопиться. Поезд надо срочно остановить. Мы этим-то и занимаемся. Сейчас будут охранники, всем приготовиться. А, это наши стреляют оттуда. Нам нужен последний вагон. Ты цел? Да, вроде бы. Это хорошо. Где все остальные-то, а? Блин, глаза нет совсем. Я же в голову попал ему. Эти ребята сильные, одного выстрела им может быть мало. А здоровье пополняется само. Я никого больше не вижу. Неплохо стреляешь. Теперь я вижу, почему Дрисколы привели сюда столько людей. Артур, иди сюда быстрее. У нас все хорошо. Возьмем деньги и скроемся. Тут несколько парней в последнем вагоне закрылись. Что вы там, ребятки, задумали? Послушайте, мы не хотим вас убивать. С нас уже достаточно. Даю мое слово. Но если придется, мы это сделаем. Я работаю на Левита Корну. Ребята, подумайте головой. У нас приказ. Ладно, сами напросились. 5. Мы не откроем дверь. 4. 3. 2. 1.
Кажется, они оглохли. Давайте их расшевелим. Идите и взорвите эту дверь. Нам без разницы, а вот вам... Ставь быстрее динамит. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Ну-ка, быстро вышли все отсюда. Мы вас не хотим убивать. Мы хотим ограбить вашего босса. Полезай и обыщи поезд. Вы гляньте только, да это же дворец просто. Меня ты не удивишь ничем. Вы двое занимаетесь сейфом, а я беру другое. Найдите добычу в поезде. Пластиковые часы. Бренди. Кажется, я что-то нашел. Слава богу, пошли. Нашел что-нибудь? Вот эти. А они стоят чего-нибудь, конечно. Облигационные предъявители. Думаю, их можно легко продать. Отлично. Может, избавишься от этих? От поезда? Да, убери его отсюда. А с этими что делать? Ну как сам думаешь, не знаю. Дело твое. Убей их. Или оставь здесь, увези их на поезде. Главное, чтобы они не отправились за нами в погоню. Увидимся в лагере. Когда вернешься, мы соберем в лагере и уйдем. На остальные? Погнали. Ладно, садитесь живо на поезд. Если кто-то дернется, перестреляю всех троих. Так что ведите себя смирно. Давайте, вперед. Мы не произнесем ни слова. Живо, я тебе сказал. Фух, какая долгая серия. Это ужас просто, какая долгая серия. Наверное, дольше у меня и не было никогда на канале серии. Что дальше будет? Это конец или нет еще? Господи Боже, положи эту книгу и иди помогай.
Мэри Бет. Значит, мы уезжаем из этой дыры. Попробуем. Погода наладилась. Как только мы ограбили поезд Левита Кроно, деньги у нас. Так что худшее позади. Осталось только решить, куда мы теперь направимся. Я знаю одну местность. Нам лучше разбить лагерь над горе под названием Полков. Мы легко залежем на дно. Мы не будем лезть куда не надо. Артур, ты на вон той возьми Хавьера. О, кошмар как лагает. В общем, ребята, я очень сомневаюсь, что мы будем до конца эту игру проходить. Я где-нибудь остановлюсь, наверное, потому что... Ну, вы сами видите, как лагает игра. И это я не могу исправить. У меня компьютер недостаточно мощный. Как долгая какая-то вообще миссия. Лени, Мика, идите сюда. Да, босс. Поезжайте вперед, чтобы не было никаких сюрпризов. Я с этим мальчишкой? Да давай уже, блин. Купишь мне виски. Так, вот это вот закончится, и сразу же заканчиваем эту серию, потому что и так, наверное, час записываю уже. Я, конечно, там обрежу много чего. Прогулки, вот это все, они очень долгие. Не останавливайся, езжай поспокойнее. Ой, господи, как лагает. Блин. Ладно, давай посмотрим. У вас там все в порядке? Разве похоже, что все в порядке? Колесо сломалось. Давайте его починим быстрее. Помощь нужна? Да, думаю, мы справимся. Артур, поставь колесо на место. Вот так. Вот, ну вот. А ты, оказывается, не совсем то уж и бесполезный. Не совсем. Что думаешь? Если бы они затевали что-то недоброе, то не показалось бы. Бедолаги. Мы чертовски плохо обошлись с ними. Пошли. Не стоит искушать судьбу. Усаживайся. Я тебе расскажу, что случилось. Да все время на... Кликни на букву Е, чтобы что-то сделать. Джентльмены, мы на месте. Вот он, дом, милый дом. Ты не ошибся, Узи? Это отличное место. Надеюсь, так и будет. Джентльмены, мы смогли выжить. До сей поры. Теперь пора подумать о процветании. Мы с Артуром были в шаге от процветания Блэквотера.
А все прошло превосходно. Потом Мика бил в ваши головы идею об ограблении. Мы все совершали ошибки в жизни, Хузия. Каждый из нас. Но я убрёк нашу группу. Сохранил нам всем жизни, убрёк наши шеи от петли. Наверное, я слишком беспокоюсь. Перед смертью я хочу знать, что все в безопасности. Мы в итоге застряли. Восток от Гризли, из денег. Чертовски далеко от нашей мечты. Девственной земле на западе. Знаю, брат, но мы в безопасности. Мы тут заработаем немного денег и дальше поедем. Обгоним горы, уедем на запад от дяди Сэма. Через несколько месяцев купим землю. Надеюсь, так и будет. Просто посмотри вокруг. В этом мире есть чем себя утешить. Джентльмены, я собираюсь нанести визит в гору, но вы понимаете? Попробую заключить какую-нибудь выгодную сделку. Конечно, Герр Штраус. У меня ограбление банков лучше достопчинство. Более достойное занятие. А теперь, пожалуйста, на минутку отложите инструменты. Соберитесь, ну же, вокруг. Сейчас же. Знаю, у нас были тяжелые времена. Но мы сейчас в безопасности, пусть и без гроша в кармане. Поэтому каждому из нас придется поработать. За работу, но не пропадайте в переделке. Помните, мы бродячие рабочие. Нас уволили, когда мы закрыли завод на севере. Так что за работу. Дядюшка, Паустер, Солнце, вы больше не пассажиры. Каждый из нас должен зарабатывать себе на пропитание. Эта дорога ведет к городу. Он называется Валентайн, город скотоводов. В нем полно грязи, недоумков, если память не изменяет. Подходящее место для поиска работы. Нам нужна еда. Каждый день кто-то ее должен добывать. Помните, что вы нашли. Лагерь получает свою долю. Будьте благоразумны. Девочки приготовили для... вашу палатку, мистер Морг. Вам двоим надо немного отдохнуть. Уверен, все будет замечательно. Все вещи, кроме денег. Деньги мы всегда раздобыть можем. Мисс Джексон, я видел с больше правильного, если вы это делаете правильно. Глава 2. Надгорье подкова. Ой, я больше так не могу, я устал. Через пару недель... Сейчас опять новая миссия начнется. Мы спустились с гор и поехали на восток. Красивую местность под названием Внутренние земли. Давненько я не бывал так далеко на востоке. Датчу было явно получше. В его глазах снова появился блеск. И я заметил, что он мыслит гораздо яснее. Мне кажется, мы все немного повеселели. Несмотря на Блэквотер и прочие неприятности. Артур? Хозе? Славный будет денек. Надеюсь. Кто-то из парней уже в Валентайне. Билл, Чарльз, Хавер, Суансон кто-то нарыл. Чё там? Вот железнодорожной станции у озера. И Штраус вернулся, а на лице у него эта жуткая ухмылочка. Я уверен, он нашел целую кучу неудачников. Теперь мы ему деньги должны. Спасибо. А что будешь делать ты? Я собираюсь почитать книгу. Все, достаточно. Я уже челюсти заболели читать это все и все такое. Часа два, наверное, записываем. Все. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. После вот этого всего мне нужно отдохнуть. Пока.